Открой, Дуня! Кто? Да это я, Дуня! Я Василий, открой! Дуня, ну что ты плачешь? Ведь живой я, не мертв. Живой. Целый. Почему ты столько лет молчал? Не мог, Дуня, не мог, контузило меня. Понимаешь, 5 лет в госпитале бревном лежал. Имени свое не помнил. А потом вспомнил, руками и ногами не владел. Не хотел тебе быть обузой. Дунюшка, не 2 раза думай ей хоронить меня. 1 раз поголосила и будет. Дунюшка, Любушка ты моя. Вот оно счастье. Дома я, дома. Дети, где дети? Кто это? Зачем? Степан Мохов, зачем ты здесь? Васенька! За что, Василий Кузьмич? Я в твой дом не вором пришел. Ведь ждала же я тебя! Ждала! Где дети? Ну что ж, садись, Авдотья. Садись и ты, Степан Никитич. Ну, рассказывайте, как жизнь? Как колхоз? Колхоз? С председателями не везет. За 2 года сменили 4 председателей. Захудал колхоз. В самом последнем районе числится. Как же это так? Всю страну проехал. Везде люди как люди, колхозы как колхозы. День и ночь эшелоны идут по путям. Строительный лес, железо, кирпич. Строится страна. Первой державой мира становимся. И по чугуну, и по стали, и по хлебу. Первой державой мира? Это ты верно сказал. Коммунистов сколько в колхозе? Коммунистов? Я, да вот ты, да еще Татьяна Большакова. Но сам-то я в МТС работаю, механиком. Там состою в организации. Ну, так как же, Степан Никитич? Ее надо спрашивать, ей выбирать. Ну, ее-то я спрашивать не буду. Опростаю платку, Авдотья. Что это ты надумал, Василий Кузьмич? Куда это ты? Молчи, опростай, говорю, укладку.
Ксения Шеветовая пара цела у тебя? Да цела, Василий Кузьмич. Да что же это ты? Молчи, Дуня, молчи. Положи синюю Шеветовую пару, три простыни собери, которые поновей, три пары белья положи. Ну, Степан Никитич, мне оставаться, тебе уходить. Детей пополам не порубишь, и тебе я их не отдам. Ты на меня сердце не держи, и я на тебя не держу. Мы с тобой на одном поле воевали, на одном поле будем хлеб сеять. Имущество я для тебя соберу, а если еще надо, бери, чего хочешь. Не волен ты решать один, Василий Кузьмич, Дуня. Дуня, неужто вся жизнь наша, все, что прожито, в один час решится, сгинет, как не было? Здесь дом его, дети его, здесь я, жена его. И ни в чем он передо мной не повинен. Да он тебя как былинку сомнет, Дуня. Как ты с ним жить-то будешь? Ой, не тревожь, не тронь. Ослабею я. Лучше в раз. Уйди, Степушка. Нельзя нам иначе. По добру, по разуму, по справедливости. Нельзя иначе-то. Ну, прощай, Степан Никитич. Дуня. Не такое осилили, Дуня. Осилими это. Надежда Петровна. Здравствуй, председатель. Борис Петрович занят, придет освобождать. Не могу я ждать, когда такие дела творятся. Товарищ председатель колхоза. Отойди, барышня. Здравствуй, товарищ Бортников. Здравствуй. Проходите. Прошу вас, садитесь. Здравствуй. Здравствуй. Сейчас 9:30. Я просил вас к себе в 10:00. Эх, Борис Петрович, мне не до 10:00. Разве можно он вьюге приказать перестать вьюжить в 10:00? Что у вас случилось? Дороги замело. План вывозки удобрений не выполняем. Урожай ставим под угрозу. А МТС? Ну разве это работа? Что МТС? Что МТС? Что? Мы в райкоме, товарищ Бортников. Давайте спокойно. Нету у меня спокойствия. Нету. Мы же надеялись на МТС. МТС, вон... Передовым колхозам помогает. Товарищ Бортников, к вам прикреплена тракторная бригада. Трактор? Да разве это трактор? Он же час работает, опять стоит трактор. Борис Петрович, вот центральная фигура нашего спора. Не слушаешь меня, послушай его. Вы план работы утвердили на собрании?
План? Ну-ка дайте. Утвердили, вот, пожалуйста. Василий Кузьмич, на МТС производится пересмотр договоров. Я, как директор, вам обещаю, к вам, как к самому слабому колхозу, прикрепляется самая сильная тракторная бригада. Вот это правильно! Вы не могли выяснить это иначе, как ворвавшись к секретарю райкома. Да ведь не за себя, Борис Петрович, за людей, за колхоз обидно. А план как будто бы добрый. Выходит, не с пустыми руками приехал. Вы его оставьте у меня. Борис Петрович, если поможет МТС с машинами, с первого урожая выйдем из отстающих, со второго в хорошие. Ну, а с третьего в передовые. Ловлю на слове. Сдержишь слово? Умру, а слово сдержу. Только и вы помогайте МТС машинами, раз обещали помочь. Поможем. Договорились. Поможем. Мы вам и людьми поможем. Третьего коммуниста вам посылаем. Кого? Электрика Буянова. Будет вас трое, а трое коммунистов это уже партийная организация. Ты поедешь домой, захвати его с собой. Ладно, захвачу. Ну, как с людьми ладишь? А чё, народ у нас хороший. Но есть, которые к колхозному хозяйству так боком стоят. Ничего повернуться. А которые не повернутся, так я их селом поверну. Как это селом? Если меня поворачивать селом к молочным рекам да к кисельным берегам, так я, друг, милые киселя не захочу. Захочешь, захочешь. Не с такими речами надо начинать работу. Ну, это так, случайное слово, так сорвалось. А у вас теперь случайных слов нет. Вашими словами теперь советская власть говорит, Василий Кузьмич. Ты народу нашего не знаешь, Борис Петрович. У нас иногда так бывает, не зыкнешь и не пойдет. А если бы я на вас зыкнул сегодня? Ты на меня как? За что? Чего? Не понравилось? То-то вот. Ну, будь здоров, Василий Кузьмич. До свидания. Ну, до свидания. До свидания. До свидания, Надежда Петровна. До свидания. Ты не обижайся. Хорош. Вот ты говоришь, машины никуда не годятся, люди плохие. А ты погляди на него. Атаман. Да хлебнешь ты еще горе с этим атаманом. Борис Петрович, вернемся к нашему разговору. Ну, о чем ты тут пишешь в обком? Чего ты просишь в области? Новых станков, техников, инженеров, денег на постройку новых цехов? Ведь что же, пишешь обо всем и ни слова о главном. Так вот это же есть самое главное. Мы должны к весеннему севу построить типовую мастерскую и всю усадьбу показательной МТС вместо наших старых сараев. Вот это и есть самое главное. Да ведь наш тракторный парк изношен. Он не пригоден к работе, Борис Петрович. О тракторах. О тракторах надо просить в первую очередь. Не могут. Не могут раньше сроков износиться и стать непригодными десятки великолепных машин. Этого не может быть. Но ведь это же есть. Ты же сейчас сам слыхал? Борис Петрович, ты новый человек в нашем районе. Ты не знаешь наших земель. Это подзолы. И каждые пять их надо отвоевывать у леса. Лес здесь стихия. Износ тракторного парка в наших местах огромный. Ну, хорошо. Хорошо, построим мы эту показательную МТС. И поставим туда негодные машины. И вот приходит посевная. Как провалим посевную, то нет, мы просто погубим урожай. И тогда не я, Борис Петрович, а ты будешь отвечать перед районом, перед областью, перед своей совестью. Ведь я же жалеюч тебя остерегаю, Борис Петрович. Борис Петрович, об одном тебя прошу. Не отсылай это в обком. Дождись хотя бы инженера Дубку. Вот по телеграмме, он сегодня приезжает. Не решай судьбу района один без специалиста. Борис Петрович, инженер приехал, инженер Дубко. Приехал? Ну вот, кстати. Разрешите? Пожалуйста. Где инженер Дубко? Я инженер Дубко. Телеграмму получили и очень вас ждали. Здравствуйте. Чеканов, секретарь райкома. Дубко. Прошу вас. Товарищи, придется обождать. Замерзли? Замерзла. Познакомьтесь, директор МТС. Кантауров. Знаете ли, получили мы телеграмму о приезде инженера Дубко
И нам, конечно, представился многоопытный мужчина соженного роста. Это что, разочарование? Нет, нет, что вы, что вы. Садитесь, пожалуйста, Наталья. Алексеевна. Алексеевна, Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна, скажите, вы раньше никогда не работали в сельском хозяйстве? Нет, я работала только в промышленности. Это второе разочарование? Нет. Нет, Наталья Алексеевна, как раз наоборот. Я старался, учился, курс окончил. Куда же меня посылают? Самый захудалый колхоз. Почему это самый захудалый? У нас гидростанция. 25 киловатт. Ради этого масштаб. Ты бы об этом секретарю райкома говорил. Говорил. Ну? А он, говорит, партийная совесть тебе не позволит. Иди и подумай. Ну, думал. Верно. Партийная совесть не позволяет. Но в принципе, вы как инженер, считаете вы возможным выход из строя раньше установленных сроков всего тракторного парка? Всего. Всего? Ну да, всего. Должна посмотреть. Ну, конечно, конечно. Я все вам покажу, Наталья Алексеевна. Ну, посмотрите, Наталья Алексеевна. Прощай, Борис Петрович. Об одном тебя прошу. Не отправляй эту папку в обком до решения теперь уже двух специалистов. Инженера и агронома. Не рискуй судьбой района, Борис Петрович. Надя, отправьте этого в ком. Срочно. Ленты развиваются балтийской волной. Без козырка ленты. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Это ведь инженер работать приехал к нам. А? Вот получает мое сцепление. Подожди, товарищ. Вы сняли сцепление вот с этого трактора. Ну да. Зачем? А, нехватка резервных деталей. Ну? Вот. Вот и определили его в магазин запасных частей. Вот. Да что вы так смотрите на меня, товарищ инженер? Нормальная же обстановка. Нормальная? Нормальная обстановка? Ну да. Такую машину на запасные части? Да вы понимаете, что вы говорите? Товарищ директор, что это такое? Успокойтесь, успокойтесь, Наталья Алексеевна. Это то, о чем я говорил в райкоме. Условия у нас особо тяжелые. Трактора изношены, все нормы запчастей израсходованы. И вот получается, понимаете ли... Такую машину губить? Поставьте сцепление обратно. Давай. Не дам. У меня, товарищ директор, трактор на дороге стоит. Мне минута дорога. Не дам. Тот туда, тот сюда. Так как же, товарищ директор? Настасья, возьми сцепление, иди работай. Не возмущайтесь. Не возмущайтесь, Наталья Алексеевна. Это наша беда, а не наша вина. Ну, так не будет. Так не будет. Самый горячий! Уйди, Просиня! Ой, я пляплю, лучше отогрей! Эх, и Просиня, грозились тебя, ребят, побить в прошлом году. А что за дело грозились? Стой! Стой! А вы почему порожняком едете, а бревна где? А мы на песке навозили, все поближе ездить. Это чье ж такое распоряжение было? Да ведь вон женский пол. С утра до 10 задержались. Кому свиней накормить, кому коров подоить. А к вечеру надумали на базар. Значит, своих поросят накормили, коров своих подоили, а к вечеру на базар собрались. А в колхозе за вас медведь будет работать. А ну, поворачивайте, товарищ, на лесосеку. Нужно уважение иметь к самому себе, к своему колхозу и к моему председательному приказу. Время позднее. Люди не волки, ночами по лесосеке рыскать. Сами виноваты, сами свою вину покрываете.
Может, и правда завтра, Кузьмич? Верно, поздно уж. А ты бы, Татьяна, помолчала. Отчего ей молчать? Правду тебе скажу, не жалеешь ты народа, Василий Кузьмич. Моя жалость, мой приказ. А жалостными словами вон, Татьяне идите. А ну, поворачивайте на лесосеку, план дело святое. А ну, проси быстрее. А ты меня еще не запрягал, не тебе и понукать. Домой поеду. Холку, не видите, хомут холку Буланову трет. Эх вы, колхозники, вам не то, что друг другу конем должно совестно в глаза глядеть. Это ты кого коришь, укоряешь? А хоть бы и тебя. Не сложено таких слов, которыми тебе меня укорять. Я ли нынче бригаду не уговаривала на лесосек уехать? А ты мне такие слова. Выбирали тебя, радовались. А у тебя для людей ни добра, ни разума. Эх ты, председатель. Пусти-ка, не стой на пути. Только... Поворачивай на лесосеку, Михеич. Поворачивайте! А ну, вороной, до дому! Это ты что стряпаешь-то? Два кружки. Любите их, Вася? Бывало, раньше приду с работы, настряпаю и бегу к Васе за 5 километров. Все в шалях куталось, чтобы не простыли. Как вы до войны жили, весь колхоз на вас любовался. Сперва будто ладно жили. Помню, еще девушкой увидала его. Примировали в день урожая. Помню, стоит на тракторе. Красное знамя над ним полощется, а глаза чистые. Что мне в нем открылось, тогда и сама не знаю. Только сразу я полюбила его. Так хорошо началось у нас. А разве потом худо было? От свекрови все, бабушка Василиса. Не пустила меня в колхоз работать, вот и пошло у нас. Вася и работа, и партия, а у меня весь свет до порога. А нет, не то, чтобы мы ссорились. А так все молчком. Лизик ты, молчком жили. А в колхозе думали, лучше вас и пары нет. Молчком. Дуня, а со Степаном-то как же? Что ж со Степаном? Как только встал к нам на квартиру, еще ничего между нами и не было. А уж и беду, и радость все пополам делили. Редкостный человек Степан, ничего не скажешь. Уехал жить на МТС. Вон и окна-то его во всем доме заколочены. Словно опустело на селе без него. Ну, а теперь как у вас, Василий? Молчит бабушка Василиса. Бьюсь его молчание каменное, как птица о стену бьется. Ох, как стучит. Видно, опять не в себе. Председатель наш. Пойду я, Дуня. Здравствуй, Василий Кузьмич. Здравствуй, здравствуй. Папа! Ха-ха. Здравствуй, детка. Тащи, тащи. Здравствуй, детка. Галюш, прибери книжки. Ах, ни на один час отлучиться нельзя. Все, наперекос пошло. Колхозники. Ни на кого надежды нет. Отдохни ты, поешь. С утра ведь ты не ешь. Те, что щи подать, или вот ватрушки. Да, все одно. Вась, а ты помнишь, как я тебе их на МТС носила? Все в шарих кутала, чтобы не простыли. Чего? Ватрушки. Какие ватрушки? Те, что ты ешь. А, угу. Ой, какие поле худо, ой, как яблони цветут. Никому мы не позволим нарушать твой мирный труд. Вензель выписывать это ты можешь.
А то, что ты от обоза оторвалась и на лесосеку не поехала, об этом еще разговор будет. Да? Да. Понятно. А где же это будет разговор? А на комсомольском собрании. Мы снимем тебя с молодежной бригады. Вот, еще. А какое вы имеете право меня снимать? Вы мне предупреждение давали? Не давали. Вы мне выговор записывали, не записывали. А вы должны мне вначале предупреждение дать, потом выговор записать, а потом полное право можете меня снимать. А мы тебя и без выговора снимем. Правильно, Сережа. Сереженька, а если ты комсомольский секретарь, то ты должен иметь ко мне индивидуальный подход. Ты должен меня перевоспитывать, а не пихать из одной бригады в другую. Перевоспитывай меня, вот так! Здравствуйте! Председателя нет здесь? По всему колхозу ищем. А может быть, он у тети Дуни на ферме? Здравствуйте, Борис Здравствуйте. Петрович. Здравствуйте, Борис Петрович. Здравствуйте. Что-то у вас здесь происходит? Вот, готовимся ко Всемирному конгрессу. А о чем разговор был? Слышно было, смеялись вы тут? Да так, обсуждали свой внутренний вопрос. Какой же вопрос? Да о некоторых недопустимых тенденциях, Борис Петрович. Тенденциях? Ну, да. Интересно. Какие же это недопустимые тенденции? Это я, недопустимая тенденция. Вон они говорят, что через меня бред колхозу. А это вовсе не через меня, а от нашего председателя. А зачем на председателя наговаривать? А что? Лучше в колхозе дела. Председатель все шумит да шумит, а толку нету. Я все одно уйду. Уйдете? А куда же вы уйдете? Трактористки. В субботу в Угрене тракторные курсы танцы устраивали. Ребята у них все как на подбор, а трактористки все как одна в модельных туфельках ходят. Борис Петрович, вот мы решили... Ну, давай, Сережа. Борис Петрович, я как секретарь комитета комсомола и заведующий агролабораторией. Хотим мы попросить закрепить за нами комсомольцами семенной участок под нашу ответственность. Контору русскую северянку хотите выращивать? Ага. Доброе дело, доброе дело. Ну-ка, расскажите, расскажите. Борис Петрович, мы весь план мичуринской агротехники разработали. Не ладятся, говорите, дела в колхозе. Сами слышали, Борис Петрович, что люди о председателе говорят. Горячий, грозен, чернее тучи ходит. Ой, Борис Петрович, тяжко с ним. Но ведь ему тоже тяжело. Уезжал из передового колхоза, вернулся, нашел отстающий. Уезжал от жены, а... Помочь ему нужно, Татьяна Тимофеевна. И помощь партийной организации ему нужна в первую очередь. Ну, а жена его как? Ну, Борис Петрович, посмотрите, ферму увидите. Ну, прямо дивимся на нее. Пожалуй, другой такой работницы во всем колхозе не найти. Сюда, Борис Петрович. Здесь у нее вроде амбулатории. Здравствуйте. 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 Не так ты, Алюша, массаж делаешь. Прихватывать надо сильно и мягко. Да я же сильно прихватываю, тетя Дуня. А я тебе говорю, сильно, но мягко. А ведь ты все рывком. А вот ты будешь мягко прихватывать. Корове побрежется, что ее теленок сосет. Она молока и прибавит. Вот, посмотри. Тетя Дуня. Здравствуйте, Авдотья Тихоновна. Здравствуйте. Извините, Борис Петрович. Грязно тут у нас. А я как раз чистотой залюбовался. У вас просто дело. Ой, что вы! Постройка у нас старая, невидная. Так, побелим, помоем, и вроде веселее у нас. А вот телятник у нас новый. Может, взгляните? С удовольствием посмотрю. Скажите, Авдотья Тихоновна, где вы учили животноводство? Книжки у меня есть. Потом зоотехник приезжает из района. Он помогает, объясняет все, когда непонятно. Борис Петрович, а вот МТС помогает нам кормовые цеха оборудовать. Может, вы взгляните? Или неинтересно это вам? С очень большим интересом и с большой радостью посмотрел. Давайте, Тихоновна. Куда идти? Сюда, сюда, Борис сюда. Петрович. Пойдемте, пойдемте, покажите. Вы когда едете, батя? Завтра. Задерживаться нельзя. Затеяли строительство новой МТС. К весне закончить. И сам секретарь райкома лично просил меня принять участие. Уважительный человек, чего не скажешь. Хода будет тебе без отца-то. В чьей печи обогреешься, и своя-то не греет. Эх, батя. Молчи. Молчи, все знаю. Вот что я тебе скажу. На большое дело ты поставлен, на нем и стой твердо.
они бабы и есть. И ты над собой воли не давай ни бабьим слезам, ни бабьим словам, ни своей кручине. Ты, Василий, нашего бортниковского рода, ты этого не забывай. Я не забываю, батя. Ну, а Авдотья, прямо надо сказать, она поразумней некоторых. Ну, спасибо, Авдотья Тихоновна. Большое вам спасибо. Обо всем, что я вам сказал, вы подумайте. А в вашем учении мы подумаем. Сюда, Тарас. Сюда, Борис Петрович. До свидания. До свидания, Борис Петрович. Не бывают же такие душевные люди. Как с родным говорили. Ой, девушки, уборку пора кончать. Борис Петрович, был здесь? Ну, только что вышел. Вася все оглядел. Ну. Только дельного присоветовал. Вася. Че? Такой редкий гость ты у нас. Ты ведь не видал, как мы кормовые цеха оборудовали. Пойдем взглянешь. Да некогда. Куда он ушел? Я не знаю. А телятник тоже не зайдешь. Ой, от буренки великана. Такая телушечка получилась. Вот. Ну просто на удивление. Эко диво. Телушка от буренки. Таку, был я и на фермах у тебя. Хорошо жена твоя работает. А как же иначе? Я не как другие председатели, у которых бабы на печке отлеживаются. Моя жена на любое дело первая. Твоя, значит, он заслуга. А я по простоте души Авдотью Тихоновну хвалил. Ну, пока до свидания, Василий Петрович. До свидания, Борис Петрович, до свидания. Пугался я как. Что ты, Вася? Что ты бродишь не везде? Что тебя принесло к Степановому дому? Чего молчишь? Отвечай, когда спрашивают. Товарищи коммунисты, поскольку нас теперь трое, мы уже партийной организации. Первое заседание партийной организации колхоза имени 1 мая считаю открытым. На повестке дня два вопроса. Первый – выборы секретаря. Второе – подготовка к весеннему севу. Возражения есть? Не возражаю. Все правильно. Переходим к повестке дня. Предлагаю выбрать секретарем партийной организации Татьяну Тимофеевну Большакову. Согласен. Василий Кузьмич, да как же, товарищи. Думают ли мы это дело меня секретарем выбирать? Я думала, Буянова, ведь ответственность какая. Поможем. Занимай свое председательское место. И не робей, Татьяна, не робей. Окупить трактора, запросить их замену у государства, это не дело. Это не по-партийному. Верила я в наши машины. Ты сверила. Я ли их не соблюдаю, как за детьми и малыми хожу. А все, не живем без простоя. Ведь вот недавно вышел мой трактор из ремонта и в ту же неделю встал. Ведь вот Витя Моряк, пусть он перед открытым партийным собранием ответит, почему такое? Он его ремонтировал. Ну потому что старый поможет ему ремонт, как мертвому при парке. Ты думаешь, у меня душа не болит? Не о тракторах она у тебя болит. А ты откуда знаешь? Не о тракторах песни поешь.
Продолжайте, товарищ огородник. Да что ж, я-то закончу. Разрешите мне слово. Слово главному инженеру. Я, товарищи, пришла к вам с завода, где я работала. Так вот, на этом заводе, например, на ковочных машинах, рабочие дают на 100% больше проектной мощности этих машин. То есть на 100% больше того, что считал возможным сам создатель этих машин. Так почему же у нас на МТС великолепные машины, тракторы работают каких-нибудь 5-6 месяцев в год и непременно с простоями и перебоями? Почему? Вот ты и скажи, почему. Скажу. Потому что у нас на МТС не хватает промышленной культуры. Как вы сказали? Промышленной культуры. Вот я видела. Я видела, как Витя моряк разбирал на запасные части машину, способную вспахать тысячи гектар. Я спрашиваю, товарищи, куда же тут дальше идти? Да что я тут, самый ответственный, что ли? Все мы тут самые ответственные, потому что все мы тут коммунисты. Ну вот и состоялось наше первое партийное собрание. Все вопросы решены. Я тебе говорил, Татьяна, не робей, все ладно будет. Ну а теперь можно и по домам. Рано еще по домам. А какие у тебя еще есть вопросы? Садитесь, товарищ коммунист. Коль вы меня выбрали, вы меня теперь и слушаете. Ну о чем ты еще хочешь говорить? А тебе, Василий Кузьмич? Обо мне? Ну, давай, давай. Чего ты обо мне хочешь сказать? А вот что. Ретиво ты взялся, Кузьмич. Много работаешь. А не ближе к людям, а дальше от них стал. Нет у тебя для людей душевного, партийного разговора. Вот мы нынче об урожае говорили. И само то слово урожай веселое, ласковое. А ты о нем сурово говоришь. Ожесточился ты на людей. Не весело ты работаешь. Ну, знаешь, председатель не гармонист. Людей на гулянке радовать. Да ты вспомни. Кузьмич, самого себя вспомни. Какой ты был огневой, веселый. Как ты людьми дорожила, как люди-то тебя любили. Василий Кузьмич, родимый, да что с тобой сделалось? Стань таким, каким тебя люди помнят. Молодости не вернешь. Не в молодости тут дело. Почему узнать-то тебя нельзя? Не знаю. Ты думаешь, я не знаю, что не получается у меня? Все знаю. Ничего мне от жизни не надо. Я хочу поднять свой колхоз. Вся судьба моя в этом. И не жду я от жизни другой отрады. Ну не получается. Получится. Вот завтра пойдем по бригадам. И так пойдем, чтобы люди почуяли коммуниста, пришли веселее, заработали. А ты, Василий Кузьмич, родимый, найди в себе силы улыбнуться. Это не только тебе надо. Это людям надо. Вот чудной разговор у нас получается. На партийном собрании о председателевых улыбках разговариваем. По секундам исчисляется ход конвейера на заводах. Уже не новость, когда люди у нас работают с точностью до 1 микрона. А с какой быстротой и точностью работаете вы здесь, на МТС? Вы вместе с товарищем Кантауровым твердите, дайте нам новые тракторы. Будут! Будут у вас и новые тракторы, и десятки других замечательных машин! Они придут, они уже идут к вам широким потоком. И задача заключается не в том, чтобы просить их, а в том, чтобы в борьбе за урожай использовать всю ту мощность, которая в них заключена. Хорошо, сказала товарищ Дубко, мы должны создать промышленную культуру среди полей. Да, товарищи, вы должны создать эту культуру. Вы должны стать тем рычагом,
помощью которого будет поднята вся экономика района. Это необходимо сделать. А если необходимо, значит, возможно. Так рассуждают коммунисты. Выйдет. А ведь подходящий получается. Пожалуй, сильно. Что сильно? Наша партийная организация. Ну, Татьяна, я не думал, что ты такая. А как начала нынче меня песочить, ну, думаю, хорош у нас секретарь. Я думал, что за партийная организация из трех человек. Не тот масштаб. Не получится настоящего разговора. У нас не получится разговора. Да ты посмотри на нас. Да нам только дыхнуть одним духом лес дрогнет. Трое коммунистов – это сила, а? Жду, бабушка Василиса. Не пахано, не сеяно, не рано ли ждешь. Посевной нынче жду как красного дня. Семена какие, крутобокие, чистые. А удобрений мы нынче на поле сколько вывезли. Эх, бабушка, а девчат наших примечают, чтоб такие красавицы урожаи не вырастили. Мне весною тракторист говорил, рассказывал. Ой, девушки, председатель-то наш песни поет. Что ж, красавица, мне одному за всех петь? А мы думали, твой голос только кричать годится. Не весною тракторист говорил, рассказывал, что влюбился он в меня, это потери разума. На такие на слова я ему ответила, очень занята была, просто не заметила. Но он прибавила при том, мол, не надо мучиться, полюби еще чуть-чуть, может, что получится. Той поры по вечерам он со мной встречается, и как будто бы у нас что-то замечается. Он действительно у нас что-то образуется, каждый думкою моей он интересуется. А про свадьбу я скажу, он узнать желательно, только снимем урожай, будет обязательно, только снимем урожай, будет обязательно. Вась! Вась! А я с тобой еще. Командировка мне в город на курсы животноводов. Со всей области лучшие животноводы следуют. Держал Борис Петрович Савищина. Я думала, забыл он давно, что обещал-то мне учиться попасть. А он помнит. Гляди, Вася, сам мне командировочный выправил. По печати за двумя подписями. Все как полагается. Это когда же ехать? Да завтра, завтра с утра ехать. Степан Мохов в городе машины для МТС получает. С ним надумала встретить. Да что ты, Вася? Ой, да не гляди ты на меня так. Хороший ты стал для людей. Зачем же ты со мной-то так? Люди увидят. Да нет здесь никого.
Давай здесь, краб. Поговорим, Ваша. Что тебе надо от меня, Авдотья? Проводи ты меня. Доброе слово. Одно доброе слово. Найди ты меня. Найти? А где я найду? Вот Степановыми окнами куда ты бегаешь? Или на подушке на твоей, где ты спишь и его имя шепчешь? Ох, Вася, нет уж справедливости в твоих словах. Отчего я, Степан, вспоминаю? Ведь я все других слов, кроме как подай да принеси, ведь не слышу. Я же еще и виноват. Я виноват, Вася Родина. Ты ж волка с волчицей разлучай не то за тоску, а мы ж люди. Ведь люди ж мы, Вася. Ну хватит, хватит этого разговора. Вася, я бы все в себе это переборола. Только, ну помоги ты мне. Найди ты для меня доброе слово. Начнется между нами новая жизнь. Не жди, Авдотья, от меня другого слова. Какая любовь была, та вылюбилась. Какое место болело, то выболело. Нет, не говори так, Вась. Ой, порвал бы я эту жизнь. Детей пополам не разорвешь. Терпеть надо. Будем жить, как жили. Нет, Вась, так как жили мы, жить не будем. Если нет у тебя ко мне других слов, значит, нельзя нам вместе жить. К нему надумала уйти. Нет, что ты, Вася, не могу ведь я к нему уйти. В одиночку нам пожить надо, оглядеться, одуматься. Вася, может, мы найдем еще друг для друга другие слова. Ну, одна буду жить. Я сегодня перед отъездом девочек отвезу к бабушке Василисе. Оно и к разу. Там я и останусь. Ну что ж. Такой злой весны в наших краях не припомнишь. Солнце и ветер. Василий Кузьмич, ужмем срок сел. Не в 10 минут, в 3 дня все отсеем. Ужмем? А как ужмешь? МТС не ужимает, а... Брось, чего ты здесь? Или с трактором опять не ладится? Ладится. Да разве это трактор? Пойдет, пойдет, достанет, пойдет, пойдет, достанет. Где председатель? Председатель в поле. Твой бригадир где-то уходит. Лучше пусть он мне на глаза не попадает, бригадир. Тут у меня через него вся нервная система портится. Вон он идет. Людей не докличешься, а этот нелюдев стоит на дороге. Паша! А, погляди ты на него. Чуб запустил и ходит. А я как этот чуб увижу, у меня аж по спине мурашки. Опять шумишь? Да я шумлю. Да если хочешь знать, я с тобой еще как травинка тихая. Ты почему семена вовремя не обеспечил?
Чего ты на меня глядишь? Ты на семена на свои погляди! Спроси, спроси. Чем шуметь? Ты приглядись, как Настасья Огородникова работает. Если что не ладится, она ли поговорит вразумительно, или хранить акт оставит. Акт? Батюшки, да как же у меня из головы-то повылетело? Ведь учили же на школе-то! Трактористы должны всюду порядок внедрять. Ну, я ему внедрю. Как у меня из ума-то вон! Я ему теперь... Чуть-чего акт, чуть-чего акт! А чего? Акт на тебя составил. Читай, читай, почитай и подпись поставь. Не подпишу. А как ты не подпишешь? Не признаю. Василь Кузьмич, это что ж ты, бригадиры, самовольничают? Я имею их не по часовой графику. По графику я должен обеспечить семена к семи. К семи я обеспечил. А если его нынче на два часа график перевыполнил? А откуда это мне известно? Тебе все должно быть известно. Придется, Паш, как подписать. Вот так. Ну, знаешь, Василий Кузьмич, не ожидал я от тебя такой политики. Посевную каждую минуту, дорогая. Кто минут потерял, тот и ответчик. Получай, Василий Кузьмич, вот. А чего это? Еще раз, на тебя. Чего? Почитаем. Составлен настоящий акт в том, что удобрение на шестое поле вывезено не полностью. Да что же это? Или Фрочка всему колхозу начальник? А вы договор с МТС заключили? Заключили. А что в договоре подписано? Вывести на все поля удобрения в срок и полностью по плану. Вот он. Ты своим трактором командуй. Ты нашими бригадами не распоряжайся. Да я по вашему колхозу добиваюсь 25 центнеров с гектара. А вы мне будете удобрения не додавать? Вы будете мне центнеры гробить? Я не дамся вам меня губить. Здравствуйте, товарищи. Что-то у вас произошло. А, Ефросиньи тут, ну тогда все понятно. У вас вчера трактор простаивал, почему? Почему? Из-за него, из-за директора МТС. Товарищ секретарь райкома, я к вам от всех молодых трактористов. Мы нашей первой посевной-то как праздника дожидались. Я из своих кос ленты выплела, трактор украсила. А ведь у него, у трактора, у этого, что не часто, не палатки. Два раза трактор в борозде вставал, и все на мою беззащитную голову. Да уж, беззащитная твоя голова. А как же не беззащитная, когда на нее чужие недодумки валятся? Да такие трактора, как мой, только на свалку впору выбросить, и таких директоров вместе с ними. Ефросинья, ты поаккуратней. Татьяна Тимофеевна, пусть товарищ секретарь райкома хоть раз послушает, какими упреками трактористы и трактора, и директора осыпают. Нет, пусть послушает. Подожди, подожди. Оснований для волнения я не вижу, товарищи. Посевная идет неплохо. Правда, последние два дня появились неполадки с тракторами. Они будут устранены. Они будут устранены. Помнишь, Борис Петрович, наш разговор в райкоме? Обещал я тебе от всего колхоза с первого урожая выйти из отстающих, если поможет МТС машинами. Мы свое слово сдержали. А где же помощь обещанная? МТС колхозу не машинами, а актами помогает. Прощай, Борис Петрович. Видишь пар от земли? Вот с этим паром труды наши испаряются. Так ведь несколько случаев простое, это же не основание для паники, Василий. Я, товарищи, слишком понадеялся, что новые методы ремонта полностью обеспечат бесперебойную работу машин. Оказалось, этого мало. Но ведь сперва же так и было, Борис Петрович. Тракторы работали бесперебойно. А за последнее время начались неполадки, о которых я предупреждал еще с зимы. Наталья Алексеевна, вы и Мохов объедете все бригады, лично проверите все тракторы и установите причины аварий. Хорошо, Борис Петрович. Наталья Алексеевна, агрономы в этом году поработали крепко. Планы, семена, удобрения, все, что от них зависело, это обеспечено. Теперь дело за инженером. Судьба посевной, судьба урожая, судьба всего района за этот год теперь в ваших руках. Вы понимаете, Наталья Алексеевна?
Да, я понимаю. Нет, нет, Евгений Ильич, хоть вы лучший в Союзе специалист по клеверу, но я хочу с вами поспорить. А вот я нарисую, вы увидите. Вы извините, что я перебиваю вас. Только я слышу, вы по клеверам специалисты будете. Да? А вы что, клеверами интересуетесь? Да я молочной фермой заведую. С Первомайского колхоза я. Так, что же у вас с клеверами произошло? Да вот хотела я спросить вас, а чего это у нас в колхозе? Вот на одном клеверном поле семени кинут, хоть пригоршнями собирай. А на другом поле клевер совсем не семенится. Одно сено растет, ну просто беда. А вы и пасеки на клевер вывозили? Да, вывозили. Ну? Только вот, вы знаете, я за пчелами наблюдаю. Так? Вот пчелка сядет на цветок, а я голову так пригну, да и смотрю из нее под гнездо. Ведь не глубоко она берет. Ну и что же? Не берет она с глубины-то. Вот шмель-то тут другое дело. Он весь цветок разворошит. Смотрите, все заметила. Давайте познакомимся. Петров, моя фамилия. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Профессор Толстов. Бортникова, моя фамилия. А где растет ваш клевер? Да у нас одно клеверное поле будет на взгорке, а другое в низине, на болоте. Они наблюдали, какие клубни у клевера на низине, а какие на взгорке? Наблюдали. Мы возьмем клубни, вырвем с корнем-то, ну и смотрим, какие где. А вы знаете, большую разницу оказывают они. Смотрите, все заметила. Ну, вы меня простите, мне надо на лекцию. А вы сразу приходите ко мне после звонка. Мы обо всем с вами потолкуем. Непременно приходите. Непременно. Здравствуйте. Здравствуйте. Почижик, это вам. С курсов человек приходил, принес. Вы, значит, тоже на курсах? Да. Каких я хороших людей повидала. С академиком говорила. Так ладно. Так интересно говорили мы. Ой, огней-то. Огней-то сколько? Первый раз в городе. Первый. Как села я вчера в поезд, услышала, о чем народ говорит, какие планы строит, о чем заботится. Просторно, как живут люди. Хорошо, как живут. И как все ладится у них. Вот и печаль есть в жизни. И радость тоже есть. А только радости больше. Давай живее, диспетчер спрашивает. Волга-3 слушает. Второй ХТЗ перевести на пятое поле. Есть второй ХТЗ перевести на пятое поле. Что со вторым ХТЗ? Ничего, Наталья Алексеевна. Просто переведем согласно плану и графику. Мне уже всюду мерещится аварии. Да что вы, Наталья Алексеевна. Нынче штиль на весь день. Ну, если бы так. А как ваше здоровье, Кузьма Васильевич? Да как сказать, вот еду в город по причине неопределенной болезни. Какие в тебе болезни, Кузьма Васильевич? Как дуб стоишь? Ведь вот я тоже так говорю. Но однако доктора посылают на консультацию. Вот сын-то мой, Василий Кузьмич, и снарядил меня. Ну, однако ж, думаю, пойду погляжу, как мою стройку обшивают. Моя стройка. Вот потянула меня, и все тут. Вот сижу, дожидаюсь. Василий-то к директору пошел. Зачем? Да чтобы нам тракторы дали новые. Почему новые? Да те, что к нам прикреплен, тянут, да и станут, а то глубину не дают. Волга! Волга! Говорит Волга-2! Диспетчер слушает. Почему до сих пор не выслали во вторую бригаду низких сцепления? Выясняю. Склад. Склад слушает.
Почему до сих пор не выслали во вторую бригаду диски сцепления? По-моему, было распоряжение самим ремонтировать. По-твоему? Ты что ли распорядился? Ну чего задерживаешь? Нам тут растиживаться некогда. На вас дисков не напасешься. Что вы их там с кашей, что ли? Товарищи, товарищи, разговаривайте культурно. Склад, высылайте диски немедленно. Вторая бригада о вашем перерасходе дисков будет доложена директору. Никак к культуре людей не приучил. Поодиночке разговаривать нормально, как двое встретятся сразу без порядки в эфире. Ты обещал штиль на весь день. Степан Никитич, опять диск сцепления во второй бригаде. Ну и вчера же я там была, все было в порядке. Сейчас я сам к ним проеду, Наталья Алексеевна. Вася, я тебя на воле подожду. Вы, батя, застегнитесь, застегнитесь. А? Застегнусь, Вася. Наталья Алексеевна, где? Только сейчас вышла. Расстроился старик или сильно болен? Отец-то? Да. Да нет, сильной болезни не признают. Здравствуй, Василий Кузьмич. А, здравствуй. Я к тебе. Что такое, Василий Кузьмич? Сохнет земля. Весенние работы кончать надо. Сегодня у вас тракторы хорошо работают. А вчера? Уплотнять сроки надо. Был у твоего директора, просил новых тракторов, не дает, нету, говорит. Вот пришел к тебе. Да, Василий Кузьмич. Ты пойми, Наталья Алексеевна, этот год для района важный, а для нашего отстающего колхоза решающий. Можешь наладить трактора, налаживай. А не можешь, так надо было новых добиваться. Сегодня у вас трактора хорошо работают, а завтра будут работать еще лучше. Наладишь? Обещаешь? Обещаю. Твердо обещаешь? Да, твердо. Ну, гляди. Смотрите веселее, Наталья Алексеевна. Все хорошо будет. Волга, Волга, я Волга здесь. Диспетчер слушает. Витя, он Витя, диспетчер. Ефросинья, ты чего ревешь по радио? Ну вот и новая авария. Наобещала. Ну вот опять все проверено и ничего. Опять сцепление. Диски должны работать 2000 часов. Они выходят из строя через 200. Ведь должна же быть техническая причина. Но как ее искать? Где ее найти? Найдем, найдем, Наталья Алексеевна. Степан Никитич, вы знаете, что такое горе? Думаю, что знаю. Горе — это когда ты не можешь сделать того, что должна сделать. Хорошо мне на заводе было. Сотни инженеров, главный инженер. А тут вот только вы да я. Чеканов еще сказал. Вы судьба урожая, вы судьба район. Наталья Алексеевна, на заводе инженеры второй век работают, а на поля только приходят. Это понимать надо. Держитесь, не роняйте вашего инженерного звания. Да. Это я только на минутку. Только при вас. Итак, мы проверили все узлы. Дайте прибор для проверки соосности. Ну-ка давай! Почему прибор у вас такой новый? Да мы его не трогали, прислали, да не сказали, а мы уж ремонт заканчивали. А чем же вы проверяли установку узлов? Да так, на глазок прикидывали. Что вы, Наталья Алексеевна? Но ведь оси должны совпадать с точностью до нескольких сотых миллиметра. Какие же... Стойте, 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 может быть... Может быть, соосность нарушена во всех тракторах? Может быть, узлы работают с перекосом? Тогда же понятно, почему изнашиваются детали. Ох, Степан Никитич, давайте сейчас же проверим.
Перекос 2 миллиметра. Степан Никитич, ведь мы, кажется, нашли. Кто бы мог подумать? Проверять целостность точным прибором, это же техническая азбука, это везде делают. У вас из-за такой мелочи что получилось? Наталья Алексеевна, выходит, я виноват. Да, вы виноваты. Виноваты, Степан Никитич. Точно проверить целостность, это как будто бы мелочь. Таких мелочей множество. И каждая из них может служить причиной больших потерь. Поймите же вы, техника, которая приходит сейчас к нам на поля, требует высокой технической культуры, точности во всякой работе с машиной. Ну, Наталья Алексеевна, это для меня на всю жизнь. Не только я, а каждый человек в МТС, да и в колхозе должен работать с машиной. На заводе работает. Наталья Алексеевна, время не ждет. Может, успеем исправить-то. Сейчас по бригадам, Степан Никитич. Я пойду машину вызову, а вы побольше с собой возьмите ключей да прибор захватите. Я 2 комплекта возьму. Опять неровно стучит. Трясется, как малярийный. А с чего не пойму? В этот раз сама за ремонтом следила. Худо, Настя. Худо. Худо. Ох, и похудел ты, Вася. Похудеешь. Ты дома у тебя? А ты что, слышала? Слышала. Оно, конечно, хороший человек, Степан. Только через него большое горе получается. Поверишь, Настя, иной раз, как подумаю об этом человеке, кажется, встретил бы где один на один, не ушел бы. Нелегкое несет тебе под руку. Трактора твои приехали налаживать, Василий Кузьмич. К тебе к первому приехали. Знаем, что значит для вашего колхоза час потери. Степан Никитич! Идите сюда, Наталья Алексеевна. Василий Кузьмич здесь. Да и сел. Ты что за мной ходишь? Мало тебе других девчат. А мне с другими-то скучно. Да? Да, я ж люблю пошуметь, поскандалить. Так ты что, скандалить ко мне пришел? А лучше бы ты на базу сходил, а в таре побеспокоился. Девчонки нынче фартуках удобрения носили, а ты бесстыжий, и твои глаза ходишь, да песни орешь. Крой, Фрось, крой. Вот хожу и думаю, чего это мне не хватает? Вспомню, с тобой целую неделю не ругался. Вот чё. Нашел веселье руга. Люди добрые, скажите,
Тетя Таня, ты вокруг погляди. Видишь, все топь да топь. А сколько под этой топью лугов пропадает. Знаешь, тетя Таня, пока я дома-то сидела, я все радовалась ферме-то своей. А как побывала-то я на курсах. Как повозили нас по лучшим колхозам, да МТС. Ой, вот теперь взгляну на соку на эту, бесполезную. Так и затоскует у меня сердце по доброй земле, по луговым травам. Ведь можно все эти болота осушить, тетя Таня. Машины такие есть. Вспоминается мне все случай один. Знаешь, уж который раз. И сама даже не знаю, к чему. Еще девушкой поехала я к тетке в гости. И повела меня тетка на соленое озеро. Но плавать тогда еще совсем не умела. Испугалась. А тетка-то мне говорит, да ты, говорит, не пугайся, друг, ложись доплыви. Густо солоно, тепло, говорит, озеро-то, не даст тебе потонуть, наверх вынесет. Зашевелил ты ее руками, ногами, обступила меня вода и подняла. И поплыла я по озеру, так легко, так вольно. Хорошие слова твоя тетка сказала. Тепло озера не даст потонуть, наверх вынесет. Вроде про нашу жизнь эти слова. Да, я так думаю, что это про нашу жизнь. Живи по чести, работай по совести. И все будет хорошо. Мне бы вот только в работе выбиться на простор. Остальное приложит. Правду тебе говорю, тетя Таня, ведь приложится. Приложится, Дунюшка, приложится. Дунь, а ведь Степан вернулся из города. Тебя ищет. Себя изучаешь-то. Вроде как новую инструкцию. Все-таки как-никак, а с осени буду начальник комбайнового агрегата. Тут строгость нужна. Бантик с этим мне теперь не подходит. И кофточку надо будет со складками. Ну, а сережки-то, я думаю, можно оставить. Да, сережки можно. Уйди! Павлуша. Павлуша. Чего? Хочу я, чтобы ты был самый образованный бригадир в районе. Я думал на курсы поехать. Да что ж. Мать болеет, ну как же я ее одну оставлю? А я-то на что? Да не, что я за твоей матерью не догляжу, или я и по дому не пособлю. Рос, вот скажи, если я на курсы поеду, будешь ждать? Ну, может, буду. Нет, ты просто скажи. Буду ждать. Ну, буду ждать. Бросюшка, зелье ты мое. Сердца моего, что на свете самый верный адрес сердца моего. Отлично придумали. МТС помогает вам? Ничего, на МТС нам грех жаловаться, Борис Петрович. Они подачи воды нам помогли механизировать. Вот,
подвесную дорогу провели, кормовые цеха электрифицировали. Нам бы в вакуум. Тетя Дуся нас в путь социализма возила, тогда Ярки там все равно, что лаборантки. Физику изучает, электричество и вакуум осваивает. Сами могут аппаратуру собрать и разобрать. Там МТС электродойку наладила. Ну и да я с помощью разреженного пространства. Ну, пока до свидания, товарищ. До свидания, товарищ. Я сейчас зайду к Василию Кузьмичу. Авдотья Тихоновна, я вас очень прошу, заходите вы к нему вечером. Там мы поговорим обо всем. Борис Петрович. Авдотья Тихоновна, обязательно приходите. Я вас буду ждать. Вот видишь, Василий Кузьмич, пока что главный доход у твоего колхоза от ферм. Золотая хозяйка на фермах у тебя, Василий Кузьмич. А? Да. Ты прости за мое вмешательство, Василий Кузьмич. Но я не могу понять, как это вы, два сильных, умных человека, между собой договориться не можете. Мертвым она тебя считала, вышла за другого. Разве это такая обида, что и простить нельзя, а? Не в том обида, что вышла за другого, а в том, что возле меня другого поминает. Так что ж ты хочешь, чтобы она хорошего человека в один час из головы выбросила? А ты что хочешь? Чтобы я жил женщиной, которая о другом думает? Вот скажи, Петрович, вот ты бы мог жить женщиной, которая с тобой живет, а другого во сне поминает? Мог бы? А, молчишь. Ну вот и молчи. Ж, ну прости, Василий Кузьмич, если сказал не кстати. Не от праздного это любопытства, а от сердечной моей дружбы к вам обоим. Ладно, Петрович, хватит, хватит об этом. Дуня! Дуня! Здравствуй, Дуня! Ведь я вчера в городе узнал, что ушла ты от Василия, что одна живешь. Замучилась ты, Дуня. Я приду к тебе. Ой, нет! Почему? Не навсегда я порешила нашу жизнь с ним, Степа. Хочу я, чтобы один он пожил. Одумался. Сама хочу сердце свое успокоить. Не чужой ведь он мне. А я чужой. Все, ты же все понимаешь. Через детей ты ведь не перешагнешь. Родная кровь. Крепче железо держит. И любовь моя, девичья. В райисполкоме и пришли к такому выводу, что и большое хозяйство тебе по плечу. Это ты о чем? Три небольших колхоза рядом с твоим. А для того, чтобы разностороннее хозяйство развернуть и технику до отказа использовать, каждый по отдельности слаб. Так ты же о том говоришь, о чем я день и ночь думаю. Вот смотри, Петрович. Смотри. Вот эти три колхоза. Сколько раз я обдумывал, сколько прикидывал. Кто там? Как раз вовремя, Авдотья Тихонова. Здравствуй, Василий Кузьмич. Здравствуй. Ну что ж ты умолк?
выкладывай свои планы. Да нечего тут выкладывать. Тут еще много недодуманного, недоделанного. Я пойду, Борис Петрович. Никуда вы не пойдете. У нас важный разговор. Говори, Василий Кузьмич. Ну, ладно. Объединяться надо. А со строительством как быть, Борис Петрович? Ведь нам сейчас крупное общественное хозяйство нужно строить. А деньги где взять? Урожай придет, деньги принесет. Это я знаю, что к зиме деньги будут. Но сейчас самое время строить. Строительный сезон потеряем, понял? Где деньги взять, где деньги взять? А ты вот у нее спроси. Деньги будут, Василий Кузьмич. Откуда? Да с нашей фермы. Как достанете, Авдотья Тихоновна? Расскажите, расскажите свой план, как вот мне сегодня говорили. Да что ж, дайте, говорил я вам про наше молоко, что нет-нет, да скисает у нас. Иногда и добрая половина. На этом мы много денег теряем, потому что молоко-то ведь по низкой цене продает. А вот если бы установить нам охладитель, ну и понятно, мыть нам в ляг горячей водой, так если бы посчитайте, польза-то какая? Ведь молоко-то с охладителя, ведь высший сорт идет. Его и в больницы берут, и в детские дома, потому что у них микробов-то меньше. Вот вы помогите только нам с охладителем, а я со своими девушками возьмусь. Если объяснить им все с толком, да с разумом, у них все, и сознательность, удальство, все в них поднимет. А в ваших девушках удальство есть. В моих-то девчатах им только запевку дай, они уж песни-то выведут. Вот видишь, Василий Кузьмич, скажи спасибо хозяйке твоей. Поговори с ней, обсуди все подробно. А насчет охладителя я позабочусь. Да. Так ты, значит, да. Это дело ты надумала. Одолеешь? Всей фермой возьмемся. Одолеем, Вась. Может, сейчас поговорим обо всем. Завтра в правление придешь, там и поговорим. Хороший рожь вырастил, хороший. Такую только комбайном убирать. Завтра в 5 утра по графику придет самоходный и конец уборочной. А помнишь, Василий Кузьмич, у твоего отца единоличный надел как раз тут лежал. А как же не помнить? Конечно, помню. Эх, жаль, что бати не посмотрел бы. Как здоровье-то его? Врачи советуют операцию. Жду письма со дня на день. Дядя Вась, скачет кто-то к нам. На силу нашел. Извещение, гроза идет. Какая гроза? Ты посмотри на небо. Вот, да, читаю. Телефонограмма из МТС передали. Областная метеорологическая сообщает. Ветер переменился. С юга на север перемещается гряда туч. К утру ожидать ливень, грозу. Товарищи, срочно управление. Тимофеевна, за мной. Остались неубранные зерновые здесь, здесь, здесь и здесь. Наталья Алексеевна, какие у вас предложения? Комбайны все в работе? У меня по плану двум комбайнам технический уход. Можно отложить? Да на день можно. Тогда действуйте. Действуйте, Наталья Васильевна. Степан Ильич, нужно к вечеру обеспечить светом для ночной уборки 3-й, 7-й и 12-й комбайны.
Будь сделан, Наталья Алексеевна, я сам займусь. Наталья Алексеевна, о Первомайском надо особо побеспокоиться. Подождите, давайте перебросим в Первомайский самоходный из пути к социализму. Очень хорошо. У вас ко мне есть вопросы? Пока нет, Наталья Алексеевна. Действуйте, действуйте, а то времени у нас в обрез. В Первомайский надо еще обеспечить машины с брезентом для перевозки зерна. Сергей Павлович. Наталья Алексеевна, 12-й агрегат на приеме. Говорит инженер Дубко, позовите комбайнера Блинову. Фроська! Наталья Алексеевна зовет! Наталья Алексеевна, здрасте! А мы график перевыполнили на 3 часа наперед срока! Комбайнер Блинова, слушайте приказ. Немедленно переезжайте в колхоз 1 мая для уборки семенной северянки. Молодец! Давай, давай, Фрось, обгоняй тучу! Неужели такой хлеб под дождем убирать? Эх вы, паникеры! МТС помогает, комбайн идет, и нам, пока придет комбайн, тоже нечего сложа руки сидеть. Будем убирать конной тягой, вручную будем убирать. Письмо он сюда лежит. А с молодьбой как? Молодьбой только нужно подготовить к ночной молодьбе. И потом ты скажи Буянову, чтобы обеспечил энергией. Комбайны подойдут вот-вот, это раз. Жатки пойдут от леса в твоей бригаде, это два. Животноводы и огородники будут косить вручную. Михеич организует подвозку снопов. Ясенев на таку, но там будет все в порядке. Ну как, управимся? Врешь, матушка. Не перешибешь. Ну я пошел. Иди. Поехали! Василий Кузьмич! Посмотрю я в это утро раннее. Как, собрал свой взвод? Василий Кузьмич, от леска, что ли, начинаем? От леска, от леска. Василий Кузьмич, коней с пастьбы пригнали. Кони. А, да-да, кони. Василий Кузьмич, да ты что, не заболел часом? Ничего, Татьяна. Иди, иди. Батюшки, да на тебе лица нет. Альбеда стряслась. Кузьма Васильевич умер. Василий Кузьмич, ты родной ты мой. Ты не крепись. Ты пойди поплачь. Разве кто тебя осудит? Дай ты горюшку волю, легче будет. Молчи, Таня, молчи. Ух. Комбайна не видать.
что там еще? Здорово, Василий Кузьмич. Здорово, здорово. А? Здорово. Чем пришел? Я вот прислан от директора МТС. К нам пришли новые луговые машины для сушки болот. Вот давай посмотрим, где и какие машины пускать в вашем колхозе. Может, с Потаповской топи начнем? Ты слушаешь меня или нет? Слушай, Василий Кузьмич, ты коммунист, и я коммунист. Слыхал, слыхал. Неужто нам всю жизнь друг другу в глаза не глядеть? То, что между нами было, все кончилось. Кончилось ли? Кончилось. Убереги ты Дуню, Василий Кузьмич. Дай ты ей покой. Ей дом нужен. Ласка. Нет, Степан. Теперь уже не придет она ко мне. Нет. Любит она тебя, Вася. А? Любит. Вот план осушения болот, рассказывай. Да? Думаю, с Потаповской все-таки топи начинать. Сначала канавокопатели пустим. Потом кусторезы. Дай закурить. Вот машина-то, а? Да. А уборку льна механизировать? Ну да. А, приехал таки посмотреть, Василий Кузьмич. Ну-ка, пойдем-ка поговорим. Дело есть. Было болото, Василий Кузьмич, и нет болота. Трех колхозов не будет. Будет один. Я вот здесь слуга укрупненного колхоза имени 1 мая. Ну что скажешь? Эх, Борис Петрович, с такими людьми, как у меня, да с такой МТС, я будущей зимой не так подготовлюсь. А вот следующей зимой тебя тут, пожалуй, и не будет. Не будет, не будет. А куда же-то я поденусь? Решили тебя сейчас вот немедленно в город послать. Как это в город? На учебу. Зачем? Меня? На курсы колхозного руководства. Да ты что, шутишь или всерьез? Мне сейчас от колхоза уйти в такое время? И потом что, я вам мальчишка, что ли, за партой сидеть? Или из негодящих, да неспособных? Партия неспособных учиться не посылает.
теперь слушай, что я тебе скажу. Вась, уезжаешь! Васенька, родимый ты мой. И не увидели мы в последний раз батина дорогого лица. Как это бывает? Живешь, живешь, жизни не дорожишься. А глянь, нету. Горе-то. Горе-то какое. Дунь. Дунюшка! Не оставишь меня, Дуня? Васенька, если и была моя вина перед тобой, я всю ее слезами вымыла. Не говори так, Дуня. Может быть, я больше тебя виноват. Умеют люди, Дуня. Не всю жизнь человек живет так, как родился. Пойдем на волю, Дуня. Душа. Я как узнала, что ты уезжаешь. Бегу, думаю, не отпущу, пока все не скажет. А я ведь ждал тебя, Дуня. Ждал. Ждал, давно ждал. Я ведь видел, какой ты стала. Сердце своего на тебя одолеть не мог. А ждал. А я всю жизнь тебя ждала. И не ошиблась я, девчонка, когда тебя полюбила. Верной была моя девичья догадка. А может, никто еще не знает всей твоей силы. Может, я одна только и знаю, какой ты есть, какой ты будешь. Что я? Что я? Ты посмотри вокруг. Ух, ширина-то какая! Развернемся во всю эту ширь. А помнишь, Дуня, когда начинали, думали, выйдет или не выйдет, а вот вышло. Что задумано, то и сделано. И земля наша становится другой. И колхоз наш стал другим. И любовь наша стала другой. Дуня, Дунюшка, вот оно, счастье.